Так, батюшка дорогой, от прихожан, от клириков Николы Акверинского монастыря, походный храм наш, передаем потир евхаристический, вот новый, смотрите, какой красивый, благодать же вообще, вот, убираем обратно, от наших слушателей, подписчиков, тоже в походный храм, дискос, вот такой. Опа. Подведись такого цвета. Под чашу. Под чашу, да. Вот. Самое главное, мне вот эта нижняя часть нравится. Да, здесь копье. Здесь икона Георгия Победоносца. Для Медроды. Да, это в Медроду. Вот. И икона Луки Крымского. О, вот такая вот хорошая. Да. Также для Медроды Терека. Вот такой вот подсвечник привезли. Ну и в походный храм от Троицкого храма с поклоном просфоры. Так что литургическая жизнь здесь совершается полноценно. Литургическая жизнь. Да. Постоянно. Вот. За что вам спасибо? За ваши духовные труды. Во славу Божию. Спасибо всех слушателей, всех неравнодушных жителей нашей необъятной России, которые поддерживают нас здесь в таких непростых условиях, но где... Можно смело сказать, Господь чувствуется ближе, Господь рядом с нами. Ну а мы молимся за всех, в том числе и за вас, кто нам помогает. Храни и благослови вас Господь. Низкий вам поклон. Спасибо, Господь.